Всем привет! Вы на канале Рыбалка на Хищника, и сегодня я хочу сделать маленький обзор о инструменте, который мы используем на рыбалке. Рыбачим мы, как правило, с лодки, рыбачим мы на щуку, на судака, редко на окуня. Но основная, конечно, цель у нас щука. Щука по возможности крупная. Вот этот инструмент очень помогает в рыбалке. Главное, конечно, это челюстной захват, он же ли-грип. Очень удобная вещь, и можно доставать щуку из воды. Также удобно держать ее, если вы даже достаете щуку с очком. Потом берете ее за нижнюю губу, держите. И удобно доставать крючок, держать ее, там, отпустить. Потому что щука очень скользкая, бывает очень бойкая, норовит выскользнуть из рук. Вот такая штука его очень хорошо удерживает. Важный момент в ли-грипе — это то, чтобы он был вот такой вращающийся. То есть рукоятка у нас стоит на месте, он может поворачиваться. Если он так не делает, то крупная щука, там, не знаю, 5-7 килограмм, когда начинает активно сопротивляться, очень болезненно выкручивает ли-грип в руке. Также вот у ли-грипов, как правило, такая веревочка. Не забывайте ее одевать на руку, чтобы случайно он не соскочил в воду. Он тяжелый, утонет сразу. Штука очень удобная, как правило, используется для щуки. Берете за нижнюю челюсть, и она очень надежно удерживается. Вот. Модели есть разные. Есть пластиковые, маленькие. Легкие есть с весами, с рулетками. В общем, всевозможные, есть еще выбрать. Крючки из рыбы мы достаем вот такими пассатижами. Не используем каких-то цангов, зевников и прочего. Очень удобно берем ли-грипом щуку, держим ее за челюсть и пассатижиками достаем приманку. В принципе, такие вот длинные, хватает их за глаза. Они намного функциональнее, чем те же, например, цанги. Можно что-то открутить, откусить, зажать. Они очень надежно удерживают. В общем, очень нравятся. Эти специальные рыболовные, они коррозийно-устойчивые. Можно использовать обычные, как в строительном магазине, длинные. Единственное, они ржавеют, нужно их периодически смазывать. Так, у нас также есть такие маленькие кусачки. Они очень удобны. Откусывать шнур, леску. Есть у этой модельки вот такой крючок. Он помогает, если у вас, допустим, борода очень сильная на мультипликаторной катушке. Такой крючочек порой помогает ее распутать. У каждого рыболова, конечно, должен быть нож. Неважно, это карманный нож, это перочинный, либо охотничий. Мы используем такую вот мору 2000-ю. Очень нравится ножик, очень острый. Сталь относительно мягкая, но очень легко правится. Можно, ну, как повседневный хозяйственный нож, очень хороший. Вешается вот на ремень, можно таскать с собой. В ножнах сидит очень прочно. Есть у него есть отверстие снизу для проветривания. Если вы мокрый вставляете, ничего страшного, он там высохнет, проветрится, не заржавеет. В принципе, это все, что мы используем на рыбалке. Ничего лишнего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!